Сегодня опять говорим про цену биткоина. Ребята, это тот самый момент, которого мы ждали. Биткоин сейчас прорывается, именно так, как мы предсказывали. И после того, как мы достигли уровня в 51 тысячу долларов, какими будут следующими уровни? Как войти в следующий трейд? И что стоит сделать с трейдами, про которые я говорил до этого? Я на данный момент иду домой, потому что у меня есть очень важный анонс. Но по дороге я подумал, что я могу сделать небольшое видео, рассказать вам, что происходит прямо сейчас на рынке. И если вы хотите больше именно таких очень коротких видео, обязательно дайте мне сигнал об этом, поставьте лайк, ребята. Давайте, знаете что, дойдем до 50 тысяч лайков. Обязательно оставляйте свои альткоины внизу и делитесь этим видео с друзьями. А сейчас давайте переходить к цене биткоина. И давайте смотреть, на что я сейчас обращаю внимание по поводу цены биткоина. Давайте начнем с 4-часовых свечей для биткоина. Как вы видите, биткоин плавал туда-сюда между поддержкой и сопротивлением. И наконец-то у нас долгожданный прорыв, который я предсказывал ранее. Мы уже достигли моей первой цены в 51 тысячу долларов, про которую я говорил еще очень давно. И кажется, что сейчас биткоин с легкостью дойдет до уровня в 54 тысячи долларов. Поэтому в случае, если вы уже забрали трейд, про который я говорил сегодня на стриме, поздравляю вас, ребята. Но также я говорил, что здесь возможно второй раз зайти в трейд. Я стримил примерно на этой цене, и я говорил вам, что в конкретный момент стрима мы подтверждаем прорыв. И я говорил, что когда мы зайдем выше предыдущего уровня отклонения, именно в этот момент вы можете забрать свой второй шанс. И вы получили этот второй шанс. Поэтому поздравляю всех, кто забрал этот трейд. И я хочу спросить вас, ребята. Так, что-то как-то лагает, поэтому давайте вернемся на обычную камеру. Но для начала я хотел бы попросить вас, оставляйте прибыль со своих трейдов в комментариях. Это было бы замечательно. Как я всегда вам говорил, ваша прибыль — это моя прибыль. Так что было бы замечательно, если бы вы оставили свою прибыль в комментариях. Но давайте сейчас перейдем к следующей цели. Потому что, как вы знаете, всегда после предыдущей цели идет следующая. И все, что нам остается, это потихоньку забирать прибыль. На пути наверх к нашей цене, которую мы предсказывали ранее. Итак, давайте еще раз зайдем на графики. Как вы помните, я говорил про еще одну цель. Если отдалить немного, если растянуть здесь сетку Фибоначчи, от этой высокой цены до предыдущего минимума, тогда следующая цена будет, и мне нужно даже отдалить немного, 61 тысяча долларов. Но я очень советую вам, ребята, забирать свою прибыль, начиная с 51 тысячи долларов, затем на 54 тысячах, и оставьте совсем немного, до уровня в 61 тысячу, на случай, если мы пойдем выше. Так, тут строят что-то. В общем, это я бы вам рекомендовал. И также, ребята, очень-очень важно. Очень важно, ребята, вам нужно подписаться на Twitter MM Crypto. Дайте-ка по-быстрому покажу его вам. Потому что здесь я постоянно выкладываю новые апдейты. Буквально по поводу всего, что происходит. Например, я писал, когда мы подтвердили прорыв на уровне в 51 тысячу. И, конечно же, я много чего еще постил. Вот это, например, интересный график по поводу того, как биткоин высасывает все деньги из золота. Это просто невероятно. Но что самое важное, я уже внутри этого паттерна, в котором мы сейчас, предсказывал, что мы пробьемся наверх, прямо до уровня в 54 тысячи долларов. Так что обязательно. Так, секунду. Переверну все, потому что не очень удобно. Обязательно, ребята, приготовьтесь к будущему. Подпишитесь на MM Crypto. Пролистайте вниз и нажмите на кнопку подписаться. А также на колокольчик и на все, для того, чтобы получить все уведомления. Потому что на самом деле, YouTube не очень любит толкать крипто-контент людям. Поэтому обязательно подписывайтесь на всех. Но что самое важное, подписывайтесь на нас. Я уже очень близко к лобби, так что мне нужно идти. Иначе я бы показал вам свои трейды. Но вы можете перейти к предыдущему видео сегодня, в котором я показываю все свои трейды и много чего еще. Но я хочу сказать вам, ребята, следующий трейд всегда идет после предыдущего. Обязательно будет новый трейд. Не сейчас, конечно. Трейд сейчас уже пропустили. Сейчас уже поздно, но всегда будет новый трейд. И я обязательно расскажу вам про него, после того, как мы достигнем 54 тысячи долларов. Даже если нет, будет наверняка еще один трейд. Поэтому обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. И как обычно, ребята, как обычно. Пока-пока.